общем, расскажу я про вам историю. Да ладно, не история, шучу я. В общем, чужу я тут и думаю, передавать мне кому-то привет или не передавать. И вот подумала, передам, но кому? Я еще не знаю, кому мне передать привет. Это супер маленькое видео. Но передать привет я хочу одной девушке. Просто у нее попросила зайти на мой канал, там написала хорошее, и она сразу зашла. Я фломастерами написала приветик. Только я сейчас, наверное, допишу чуть-чуть. Вот там допишу. Привет. И сейчас вам покажу, кому я это написала. Эта женщина, она очень добрая и хорошая. Она мне очень нравится. Я ей говорю самое большое спасибо, что она зашла на мой канал. Я еще не знаю, подписалась она на меня или нет, но судя по ее реакции на меня, она подписалась. Она такая добрая, мне она очень нравится. Сейчас я там вот тут допишу. Подождите. Ну и в общем, если вы хотите привет от меня, напишите в комментах. Напишите внизу в комментах. Я подписалась на твой канал. Подпишитесь, не врите. Если комментарий будет больше, чем моих подписчиков, я не буду принимать людей. И тут вы уже, наверное, видите, просвечивается привет. И эта женщина, ее канал называется «Хроники жизни». Он мне очень понравился, он такой классный. Вот чтобы получше видеть, как я его написала. Подумала, сделаю объемные буквы. Не получилось, в общем. Какие-то странненькие у меня объемные буквы получились. Но-но. Хроники жизни. Ведь я нарисовала губки. Губки не судите строго. Я с головы перерисовывала. Тут у меня нет привета. Только одной. Это я просто тут рисовала, когда была маленькой. Это даже не знаю, шок. Это мой брат рисовал. Думаю, вам понравится. Вы поставите лайк и напишите коммент, что вы хотите такое. Всем пока. Точнее, если вы хотите, привет. Пока.